Всем привет! Вы на канале Fandic Play, точнее уже Самотит. Сегодня мы начинаем путь бомжа на сервере SumPrP Revolution. Я хочу от бомжа до миллионера. То есть моя цель получить 1 миллион до, получается, 28 июня 16 часов. Потому что в это время открывается новый сервер Underground. И там экономика будет другая. В общем, почитайте в официальной группе ВК. А я захожу на новый аккаунт в Сампе. Вот. Играю я на сервере SumPrP Revolution. Скоро перейду на Underground. Ищите меня там. Вот. На этом сервере у меня ник Lil Love. На новом сервере у меня будет другой ник, мой основной. Я его напишу вам в описании. Приятного просмотра. У нас грузится, я хочу попросить вас подписаться на канал и поставить лайк этому видео, потому что я сейчас очень долго настраивал ОБС-ку, все это скачивал. И надеюсь, это того стоит. Я еще монтировать буду очень долго, поэтому надеюсь, это того стоит. Ну а мы с вами подключаемся к серверу. А пароль я вам не скажу. Так, у меня вообще чё? А. Так, стоп. Не тот. Не тот. Во, угадал. В общем, добавили вот такие скины в начале вместо бомжа. Вот. Также на всем сервере еще давно отключили этот, чтобы нельзя было бы не хопить. Вот. Поэтому мы сейчас бежим до грузчиков выполнять первый квест. Модификации у меня на сам стоят вот такие. На модлоудере это Revamped Vehicle Project и Vado Спецпак. Vado Спецпак, он вообще имба для сампа, но это самый лучший скинпак. И Revamped Vehicle Project это довольно прикольное улучшение машин, которое не меняет атмосферу игры, а просто улучшает модели машин. И из шейдеров у меня стоят ENB шейдеры какие-то. Я их скачал на сайте gtavicity.com или .ru, я не помню точно. Вот. А сейчас мы с вами направляемся к грузчикам выполнять первый квест. Он же про грузчиков. Я надеюсь, ничего не изменили здесь. Да, правильно, перетащить 20 мешков. Сейчас я добегу, и мы с вами встретимся. Ну и вот я подбегаю к грузчикам. И давайте пройдем этот квест. Это самый первый квест. Так. Найс. Это хорошо, что здесь эти машины стоят. Что? Что? Что с интой? Капец, блин. Как будто из... Это из сюжетки взяли, и инту не поменяли. Здесь раньше вот этих всех коробок не было, вот. Раньше такая инта была. Насколько я помню, устраивается у нас... Чего? Что сделали с модом? Я не понимаю. Я настолько динозавр? Почему я настолько динозавр? Я чё, настолько олд проекта? Я всего лишь 2 года на нем играю. Да блин. А где уста? Что? Чего, блин? Ты чё? Ну, пофиг. А, вот. Здесь можно начать работу. Чего, блин? Здесь вообще полностью обновили.
все. Ну, допустим. Транспорт заполнен. О. I'm staying calm for my kids' sake. Эта работа нам денег особо не прибавит. Блин, я мешок уронил. Ну и сейчас я запущу таймлапс, как я оттаскал все эти мешки. Вот я выполнил это задание, сейчас нам надо сдать на права. Здесь такси, но, видимо, оно не работает. Так, мне надо переодеться, наверное, и... Скорее всего, надо релогаться уже. Так, вот я получаю свои деньги. Все. Похилюсь. И сейчас мы, надеюсь, найдем такси. А, нет, можно же скутер взять. И поедем уже в автошколу. А я что-то забыл про скутер, когда я бежал к грузчикам. Скутер вроде бы сейчас доступен с первого левела, да. А, да, он всегда был доступен, я с Аризоной путаю. Блин. Темно. Так. Я не могу управлять. Давайте попросим. Мне пока что не отвечают. Блин, чё, мне самому бежать, что ли? Таксисты, блин. Нерабочие. Наверное. Ну, да, здесь все машины пустые. Это чё так шумит? Сюда, что ли, так шумит, ё-мо? Чё, блин, подвезет он меня, нет? О, это таксист. Таксисты, блин, давайте побыстрее, нельзя. Может мне шейдер отключить, так лучше видно будет пока что. Да и все равно темно, блин. Ты таксист, что ли? Нет, чё ты там стоял тогда, ё-моё? Чё за белый броник, офигеть. Не надо. Не надо. Ё-моё, чё он на меня пистолет направил?
Ё-моё, чё за фигня? Я тут зашел только поиграть, а на меня уже сразу пистолет направляют и говорят, типа, деньги или жизнь. Капец, блин. Чего? Он мне 22 тысячи дал. Ха. Вот это хороший человек. Ё-моё. Так, и что он будет дальше писать? Не, чтобы вы понимали, я хотел сейчас просто убежать, типа, по РП. Чё? А это еще что происходит тут? Такси, блин. Вот так надо РПшить на сам РП. Полиция, блин! Короче, прикиньте. О, блин! Прикол, я сейчас полицию вызову, короче. Их посадят. Че за капец происходит на Сампорп? Капец. Что на самом ПРП происходит? Да блин, ну я столько таксистов упустил. Ну ладно, пофиг, наверное. В автошколу поедем мы уже в следующей серии. А тут ловите РПшку. Ё-моё, чё никто не едет? Механиков, блин. Где ты пришёл? А, так. You'll stay away from me. Ладно, все. А, так. Что за капец происходил сейчас? А, так, радио лучше выключить. Е, мама быстрый. Это типа у него лагает или у меня? Типа сервер лагает, я не понимаю. Может это вообще сервер лагает? Хотя нет, вроде не лагает. Зацените мои шейдеры. Ну так, ну как мои? Мою сборочку. Ну это просто пару модов собрал тут. Мне кажется, или это слишком громко сейчас? Ну сейчас мы быстро доедем до автошколы. Капец, он, блин, лютый водила. Лютый водила 332. Алекс Далвега. Кому он Далвега, я не понимаю. Ну ладно. Главное, что мы е. Что это там было? Кто это там был? Ну ладно, без разницы. Мы сейчас въезжаем в туннель смерти. На выезде, я не знаю, мы выживем или нет. Ладно, упустим тот факт, что здесь почти никто не выживает. Куда он едет? А, точно. Здесь же есть короткий путь в СФ. Короче, сейчас по этому мосту мы едем. Вы видели, как надо объезжать все? Вот по этому мосту мы сворачиваем сейчас налево. Че, он не свернул налево? Нет, там, если свернуть налево, там гораздо ближе будет. Чего? Откуда? Через какую жопу он поехал? Нет, тут ближе все-таки. Теперь понял, теперь всегда буду ездить отсюда. Так. Чем он в ФК стал? Интересно. А, он легнул? Ну ладно, на прощение скажем. Жаль, конечно, челик, то, что он легнул.
Ну да пофиг. Так, бежим в автошколу. Сейчас мы сдадим на права по-быстрому. Я вроде бы слышал то, что здесь сдачу на права обновили. Так что давай... А, ну экзаменационный класс. Это я помню, потому что я в автошколе работал. Очень давно. Год назад примерно. Ой, чё я... Куда я сел? Трещина? Нет, конечно. А дальше теория. Вот, по-моему... Ой, наоборот, практика. По-моему, практику уже обновили. Ема, посмотрите, как это красиво. А вы говорили, что сами эта графика помойная. Игра 2005 года. Да, блин. Так, сейчас мы входим в здание автошколы и... А, надо сюда зайти. Отлично. Ну а продолжение будет в следующей серии. Вы были на канале Самотит. Всем удачи и всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.